Супер. Все. Значит, сейчас пойдем в ворота. Значит, где в машине? Отлично. Смотри, пошли сюда, сюда, сюда. Отлично. Отлично. Я сейчас буду проводить такие медленные манипуляции. Здесь идет. Сердце раскрывается. Пошли на другую, вот так. Чуть-чуть выше, так. Да, он у тебя, конечно, сбалансирован, но ничего. Одна сторона гораздо лучше тянется. Я чувствую. По-разному разброс здесь. То есть я даю там, где нужно. Thank you.
большую проработку ты уже. Ты много чего делаешь. Видно даже. Поэтому будешь больше ходить босыми ногами по траве, по пляжу, чтобы щиколотка раскрывалась, вот эта точка зажата. И отсюда начинается, то есть как бы ноги неровные, неровность. Но когда мы идем по разным таким местам, типа песок, еще что-то, эта неровность, она балансируется. То есть любые зарядки будешь делать на земле, если классно, что здесь песок есть. Такого типа упражнения, которое будешь делать в песке, оно будет еще больше. Еще больше раскрывать. Потому что здесь оно начинает трясаться. Стопы, вот эта вся часть, вот зажата здесь, это правда место. То есть все ограничения, которые были, все очень здесь. Конечно, мое почтение, ты большую работу уже много чем занимался, разные практики, это чувствуется по телу. Там просто нужно дать толчок на следующий шаг. Я на турниках пришел. Да. Каждый день. Да, вытягивай. Наша вот такой вынет, вытянутость. Есть эта расслабленность, которая не присуща многим людям. Слово есть. Это очень. Да. Еще поехали. Просто расслабься с тобой. Чувствую, что это нога, она наша. Да, вот эта зажатость, она... Вот это под коленом тоже забито. Она настолько забита, что... Да, там займет время.
важно, что это называется, что ощущение не развивается. Вот сейчас где идет больше всего дальше? Это вот внутренняя часть бедра, наоборот. Ага, внутренняя. О, вау. И ближе к паху даже. Вот так. Я когда на машине долго еду, вот эта часть бывает ноет. Через там, час-полтора. Приходится там, знаешь, выпрямляться в машине. Да-да-да. Обрати внимание, насколько там было жестко, то есть жестко, насколько здесь мягко. То есть то, что как бы оно компенсирует. И вообще наша задача прорабатывать все любые упражнения на внутренний пах. То есть вот упражнения типа вот эти, вот здесь, и все, что вот здесь. И массажи вот сюда. То есть вся энергия. Потому что чем больше здесь будет болеть, тем больше там будет отупляться. Оно так работает. Закон физики. Что меня удивило, насколько там ты мало чувствуешь, когда тебе там начинают. Вот здесь я чувствую. Да, да, здесь оно все. В принципе, за этим ты и пришел. Здесь вся. Оно потом отдает туда, что ты неправильно уходишь, там баланс, но боль вся оттуда. Здесь все стопа основная. Точки хорошо просто окружать себя женскую энергию больше. Для мужчины, которые имеют такую женскую энергию, то есть не будет форс, такой не грубый, знаешь, энергия. И она будет начинать. Вау, да. Чувствуешь? Да, очень. Чувствуешь, что не отдается ему. Чтобы не было сильно, чтобы не передавить.
сейчас здесь. Поэтому я сейчас где-то на 7, на 6-7. Угу, 6-7, да. Хорошо. Все нормально, там, там идешь. Нету намерения, чтобы что-то треснуло, оно трещит от расслабления, не от того, что я где-то там специально надавил, оно от твоего расслабления отпускает. Mm-hmm. То есть эта методика отличается от костоправничества, потому что там можно что-то открыть, а где-то закроется. То есть здесь просто точная работа, и то, что хрустит, оно хрустит, потому что твое тело само хочет, не из-за того, что я хочу. Все, мы идем в глубину. Идем в глубину. Как только дойдет до девятки, я приотпускаю. Здесь важно не до... работать чуть-чуть на грани. Теперь мы понимаем, почему мы здесь. Чтобы вот это отпустить. Все, что накапливалось годами, давай просто пробежимся эмоциям, по любым картинкам, которые спутают, и будут просто отпускать. Дело в той энергии, которая где-то останавливается, и она не течет. Когда останавливается, нету потока. Боль мы нащупываем любовь к себе, через боль мы нащупываем то, что нужно отпустить. Да. Вот все, мы там. Ты что, понимаешь, да? Мы здесь. Вот этот и есть центр, который отдает и сюда. Время от времени тоже туда лед и горячее что-то. И вот там, где по расхождению тоже не прощение, а там, где-то что-то есть. Все, стоит расходить.
части, наверное, можно замечать. Пока мы начинаем прорабатывать психологическом уровне, тело начнет отпускать. Ты работаешь с телом и там, и у тебя энергия просто начнет восстанавливаться. И то, что это годы, понимаешь, это не месяцы. Здесь это годы. И она сейчас уже начинает уходить, чувствую. Да? Вот так вот. Мы его выпускаем. Намерение. И ты дальше потом, когда есть возможность, туда приложи лед, приложи что-то, грелку горячую. То есть создай контраст. Когда ты будешь создавать контраст, тебе будут приходить образы, а то где еще что-то с кем-то может быть меньше. И оно будет. Все будет уходить. Что вот эта точка, как бы можем по всему телу пройтись, но здесь, как бы, знаешь. Слушай, давай раскинь. С мамой, с бабушкой у меня близкие отношения. Очень доверительные. Хорошо. Может быть, что-то прошлое отношение. Женщина. Вот вся вот эта женская линия, не родословная, я имею в виду линии, которая судьбы. Судьбоносные линии. Просто, знаешь, бывает такое, что мы даже с кем-то выходим на связь и говорят, да не, я там не держу на тебя, слушай, что-то. Но люди часто не признаются, но ты просто поднимаешь это на поверхность. Да. Они могут не сказать, что там. Но просто они уже поняли, что ты с намерением пришел. Я отпустил. Вот. И они потом, у них пойдет свой хил. Просто твоим намерением мы запускаем процессы. И всплывнут какие-то разговоры, которых вообще ты не знал. То есть что-то оно будет выходить на поверхность. Сейчас мы просто вот это вытаскиваем. Что мы делаем? Мы вытаскиваем из глубины сюда. И мы потом это выпускаем. То есть вот это и суть как бы вот этой работы, что мы берем. И туда. Ты расстановки пробовал систему? Знаешь, мне недавно попался человек, который Хеллингер, да? Да, который сказал, что если я это начну использовать именно систематично, то это поможет мне знать даже анатомию, как там, то, что я не обладаю знанием анатомии. Но если использовать то, что ты вот Хеллингер, там они системно это делают. Да. Я не системный человек. Понимаешь? То есть ты видишь, у меня есть вот этот дар, который есть. Ну, ты видишь я людей. Я вижу людей. Это чувствуется. Да, но я не могу это как-то в систему превратить. Вот. Поэтому я думаю, можно попробовать. Потому что мне вот недавно в Сан-Франциско люди сказали, я когда там делал что-то, они серьезно. Но у них есть Хеллингер, но нету интуитивного видения. То есть я думаю, если вот это объединить, вау, да. Что-то не случайно. Ты смотрел, да, пробовал? Да, это же как метод психология, психотерапия, скажем так. Там, когда люди собираются в одном пространстве, и человек озвучивает какой-то запрос, например, там, отношения с отцом, ну неважно, все что будет, может быть. И участники группы начинают принимать на себя роли членов семьи. И те люди, которые как бы вообще не знали про тебя, в жизни, они начинают друг говорить фразы, они начинают озвучивать какие-то слова, которые были сказаны, допустим, твоей мамой 10 лет назад. И то есть все завязано на информационном поле. Поле. Круто. И люди начинают каким-то образом считывать. Я с таким образом с папой наладил отношения, потому что у меня родной отец, мне было 15 лет, и он пришел в жизнь. Мне надо было. Ну, я долго его принимал. Это было достаточно очень серьезно. Я очень рад и. Вот тут болит. Да. Тут уже все, оно уже не уйдет, от меня не уйдет. То есть оно, знаешь,
вот эти штуки, они чуть двигаются туда-сюда. Mm-hmm. Знаешь, оно же все там органика. Mm-hmm. И оно бывает хочет куда-то скользнуть, но я чувствую. Оно отстреливает. Я чувствую так. Ты чувствуешь такое у тебя дуду? И этот дуду я пропускаю через себя. Mm-hmm. Какие-то там бульоны, еще что-то, которое даешь каплю оливкового масла, и потом оно вот стоит точка, и мы берем эту точку. Uh-huh. И все. Точка. Оно часто вот важно, самое важное, всегда найти именно вот эту точку. Потому что вот представляешь, все тело, да, ложим тут, как бы не знаем откуда. И когда мы приходим, это часто бывает три, то есть зависит от человека, но я работаю больше на... Да, все. Хорошо. А ты родился в Африке, да? Не, родился в Киеве, я потом... Я тоже. Да? Ух ты. Вчера была, кстати, девчонка тоже из Киева. Я был в женском кружке. Софья звонит. Софья... Да, представляешь, я родился, это Святошинский район был. Проезжий. О, да, я помню, представляешь, я был проезжий. Я потом вырос в Германии, потом я приехал в Америку, потом я ехал в Африку. Сейчас я вот... А гражданство украинское есть у тебя? Еще есть, представляешь? Mm-hmm. Да, есть. Просто он просрочился, паспорт. Сколько ты прожил в США? В США вот так все вместе, туда-сюда. Если взять все месяцы, потому что я часто в Мексике жил, я во Вьетнаме жил. Ну, скажем так, лет 12 туда-сюда. Я кочевник такой по жизни. Я полгода в Африке занимаюсь водой, добычей воды. Я вот еще раз перебитый, меня приглашают, останавливаются там в разных точках. Там один, два дня был там в Тауне, LA, там Сан-Франциско, и вот такой вот. Хорошо, расслабься, сейчас мы все это будем. Последняя тебе покажу шея, это самая вот, в масайском племени, там где ходят женщины с кольцами на шее. Угу. Это вот шея, это мост между ментальным и физическим. Угу. И когда этот вот мост нарушен, то головные боли, сомнения, вот это все там. И часто, особенно в западном мире, смотрят вниз. Получается, что наша голова становится в 20-30% тяжелее, если сходишь к любому хиропрактору, скажут, что голова тяжелая, потому что смотрим вниз, забываем смотреть вверх. Шея. Да, вот про это. Вот я про это. Компьютер, телефоны, технологии, они понижают вибрации человечества в том плане, что мы смотрим вниз. То есть они... Мы не можем смотреть вверх. Вот я часто стараюсь лежать и смотреть на телефон, если смотреть, то лежа. Да. Потому что вот это смотрение вниз, это просто убийство. Вот. Ну, мы останавливаем шею. И вот люди, которые здесь живут, они не могут, допустим,
взять, допустим, какую-то коробку и понести на голове, как это важно. Ходят женщины милями, потому что там сдвиг, шея неровная, все неровное. А там люди ходят, медитируют. То есть это вот называется ходячая медитация. То есть ты берешь курс и идешь километры. И задача. Мне кажется, люди там много формально. Да. Несчастливые. Да, да, да. У них мало. У них чем больше им даешь технологии, тем меньше счастья, потому что все начинается. А те, кто живут еще в племени, ведь мало осталось. Все закрывали за последние 5 лет очень сильно. От каких стран? Я все время в Танзании. Я только в Танзании. Огромная страна, она по территории как Украины, считай. По населению там 80 миллионов. Это густонаселенная страна. Вот. И там, да, там ты чувствуешь гармонию очень сильно. Еда, что еда настоящая. Да, это большое заблуждение, что цивилизация равняется счастливой жизни. Мы же видим людей вокруг нас. Что ты видишь? Ты видишь тоже людей, которые выросли у нас в Украине, там, на хуторе. Простая жизнь, все хорошо. Свой урожай, свои булочки. Я в село тоже ездил в детстве. Помню. На одни и те же самые точки. Я здесь, вот я здесь. Вот так вот такая у нас психосоматика. Thank you.